Почти 3 месяца юные фанаты ждали ответов от своих любимых футболистов. Но, как говорится, ожидание того стоило. Теперь у них на руках эксклюзивные фотокарточки с автографами спортсменов. В сочинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья занимаются почти всеми паралимпийскими видами спорта. Но больше других ребят интересует футбол. Поэтому на предложение поучаствовать в акции многие откликнулись сразу. Ребята были очень счастливы. Соревнования, чемпионат мира по футболу, еще такой успех, то, что ты можешь написать любимому футболисту поздравления. Там ребята были просто на 7-м, если не на 9-м, не для счастья. Потому что наши ребята, которые занимаются в нашем центре, они занимаются футболом. Илья Казаков – один из 10 сочинских ребят, отправивших письма. Я сам играю в футбол, мне нравится. Я написал Жерару Пине, потому что он тоже очень хорошо играет. Тоже, как и ты. Даже лучше. Ответы ребятам пришли от футболистов из Германии, Испании, Бразилии, но больше всего писем из стана сборной России. Помимо сочинских ребят, возможность связаться со спортивными кумирами была только у жителей городов, принимающих Мундиаль. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.